Добрый день, дедушка. Вам тут 500 рублей женщина передала какая-то. Сказала, этому прекрасному мужчине нужно отдать. А кто? Не знаю, как эта женщина подошла, мне сказала передать. Может, должна, может, просто так. Понятия не имею. Ну вот, возьмите. Должны, мне точно нет. Ну, возьмите, просто попросила передать, и все. Спасибо. Пожалуйста. Огурцы почем у вас? 50. По 50? Это все, что есть? Да. Ну, давайте вот все заберу. Да, все за 500 рублей. Возьмите еще. За 500 все, без дачи. Хорошо? Без дачи? Без дачи. Давайте. Кто же там мне деньги передал? Ну да, интересно, что такая добрая женщина. Она не ошиблась? Да нет, сказала этому прекрасному мужчине. Думаю, вряд ли бы она ошиблась. Ну, это мог такое сделать, так, вот ошибка. Сюда положили. Конечно. Я в даче дам сейчас? Нет, 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 я без дачи. Как это? Вот так вот. Это вам на шоколадку. Ну, спасибо. Дача. Хорошо? О! Порвался? Порвался. А у меня свой пакет есть. О, давайте сюда, положите. Давайте. Садитесь. Спасибо. Вам хорошая торговля. Всего самого хорошего. Сколько вам лет? 82. 82? А почему здесь продаете огурчики, помидорчики? Ну, куда их девать? Да, куда девать? Куда девать? Ну, в принципе, да, развеется тоже. И да, лишний заработок не помешает. Да. Сделаю зарядку на велосипеде. На велосипеде? Да, туда. 5 велосипед у вас достойный, крутой. 5 километров туда, 5 отсюда в день. 10 да? километров. 10 зарядка. Километров. Правильно, правильно. Всего хорошего вам. Спасибо. Удачи вам.